Вот мы пришли на центральную трассу. Вот я даже покажу ее. Всюду везде грязь, няша. Это только тут может Беларусь пройти. А тут мы обнаружили старый вот здесь тоннель, так назовем. Оказалось, что кольца здесь очень мощные. 1,5 метра. У нас только метровые. И вот сейчас сюда пришли. Вот ограждение, чтобы весной не попали, это делает Никита. Покажи, как ломиком делаешь. Надо огромный лом вот так бить. Дальше раскручивать его. Раскручивай. Раскручивай. Так. Так, дальше. Подожди-ка, Никита, я об тебя вопрусь. Вот так. Теперь давай, вытаскивай, заново бей. Вот так. Вот, теперь раскручивай. И туда загонять кол будет. Вот эти вот сзади, я уже принес немного. Несколько деревьев от клена отпилены. Создать преграждение для разных, которые понесет. Вот Володя откапывает. Его забило весь. Подожди-ка, Володенька, я гляну там, сколько их здесь. О, тут ничего не видать. Вот он какой тоннель. Там даже половины нету. Все это зарыто. Надо... Ну, там видим, что обрушилось. Обрушилось. Обрушилось там. И надо лезть туда. Если воду самые высокие, то сюда самый маленький. А маленький кто у нас? Я. Ты. Вот тебе лопату в руки. Вот это сейчас ты если выкопаешь, вот еще до дна не докопал. Сколько ты уже выкопаешь тут? Уже больше часа. Это, видишь, с уклоном. Заново, вон какой бугор земли Володя накидал. Тут перепутанные проволоки, чего только нет. Так, поверни ее, у тебя она падает. Двумя руками бей. Давай, Никита. Попробуй. Ну и ладно. Она, главное, тебе вот сюда не дает. Подожди минутку. А то брякнешь. Вот это. Она упирает. На нее упирай, оттуда вода будет напирать весной. Мы о весне заботимся. Я хотел поставить маленькие столбушки вот здесь вот через дорогу-то. И красные материи прибить, что нельзя. Ни под каким видом нельзя, потому что жатку проводят. Сейчас подошел Игорь, уже убирает ячмень. У меня, говорит, ячмень не доспел. Что его? Сначала волки. Ну, то есть не знает, что, как лучше сделать. Какая погода будет. Я говорю, не знаю, ну все, помолимся только, чтобы ты сделал правильно. Лопата-то затупилась уже, наверное. Ты старайся в бетон-то меньше ей долбить. Ну я это... Так ты до конца дошел, нет этого? Нет еще. Еще не дошел. Ну старайся дойти. Тогда тебе легче будет прямо с днища колупать его ломиком. Ну да, согласен. У него он ломик принес, и ломиком ковыряй иди. Никита, а ну-ка попробуй ломиком, расковыряй. То, что в трубе слежалось. Сейчас я уберу это. Да подожди. Сейчас я уберу. Раздолб. Да он выше возьмет. Давай выше. Куда его там? Давай. Долбай там. Сюда прямо? Вот это, которое слежалось. Да. Выше, выше, выше. Да. И отворачивай. Долбанул в сторону ломиком, чтобы как бы отковыривай. А тогда он лопатой начнет совковой, а потом тут у нас тычковой подберет. Ты смотри, там арматура торчит, чтобы не порвал рубаху. Лишь бы сам не порвался. Ты как долбнул, так ломик поворачивай. Отворачивай, чтобы в сторону его, чтобы выламывай оттуда. Там же деревяшки и все. И вот до днища надо добрать и таким способом туда идти, не ползти. А именно свободно 1,5 метра пройти. Тебе на плоской частью надо взяться. Слышишь, что сказал он тебе? Поверни ломик. Плоской. Которая ножевидная. Этой стороной. Аккуратнее, Игнатьевич, а то он махнет вас, заденет. Давай. А что мне махнет? У меня вот он сапог-то. Вот она, видишь, какая дырка уже. Поеду. Сапожнику в гости кланяться. Надо, знаешь, еще до конца все-таки, как ты говорил, выбрать. Тогда легче будет. Ну давай я выберу тогда. Так, Никита, отдай ему место. Ты все, так не видишь, отошел. Потому что...